Сегодня в 8 утра к подножью горы Фишт вылетел вертолет. В 9.00 25-летний турист и его жена были транспортированы в Сочи на базу ЮРПСО. Спасатели оказали пострадавшему жителю Майкопа необходимую помощь и передали его сотрудникам скорой с предварительным диагнозом – перелом левой ноги. Как рассказала супруга пострадавшего, в поход они отправились вдвоем и на учет в спасательной службе не становились.